на канале Игромания Ди. Сегодня мне купили вот такой вот конструктор. Вот такой вот. Сейчас я распаковываю его. Посмотрим, что там есть. Вот. Вот что тут есть. Тебе буду кидать. Вот. Давай. Танк такой. У него поворачивается тут всякое такое. Корабль. Тут есть корабль. Давайте лучше все выше. А если сейчас все там, все высоко. Вот это да. Сколько тут солдатов. Это армия. Вертолет какой-то, стена здесь стоит. Это что? Это что такое? Не-не, это дверь от туалета. Нет, это, наверное, для оружия. Туда оружие ложится. Ага, наверное. О. Нет, вот сюда ложат оружие. Туда патроны. Какие патроны? Тут даже патронов нет. Сюда оружие. Какой-то экстребитель. Два их. Флаг. И что-то. Что это такое? Герб, наверное. Флаг и какая-то гора. Это, наверное, вот так. Это, наверное, вот так. Как-то. В воде ставишь, что такое. Тан-та-дам. А, отламывать. Это отламывать? Да, отламывай, втыкай туда флаг. Сейчас отламываю. Ой. Не цени. Бракованные. В общем, продолжим. Что тут, машина? Вау! На. И тут... И еще здесь целый завал солдатов. Сейчас я разделю всякие там. Ого, тут какой-то солдат. Это что? Статуя солдата или это кто? Тут все зеленые и какой-то белый. Это я его когда-нибудь купили, заметил. Командир, наверное. Какой командир? Командир же вот он. Где он тут? Был. И как что я его взял? Ну, поставь всех солдатиков. Угу. О, вот он командир. Или это командир? Я не знаю, кто это. В общем, ставлю. Так, 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 так. Так, лишнее все возьми. К себе вот. Еще. Вот. Тут. Я знал, что это просто у меня сила жесткая. Я могу легко оторвать. Ладно, ставим. Так. Такая будет. Сейчас я представляю, какая будет армия. Кстати, я забыл показать вот эту упаковку, в которой она была. Вот в магазине могу, я ее купила. Так. А, сюда, а, я, о, смотрите. Сюда можно такой сломанный флаг класть. Вот, закрыть и вот так спрятать где-нибудь его. Не закрывай. Че он? Да че у меня все ломается? Не думаешь? Я, а стоп, это починимо. Ладно, потом почему. Продолжаем. О, сейчас представляю, какая будет армия у меня. Мне даже жалеть не могу этих солдатов. Корабль плывет по земле. Да у нас тут защита, тут свои. Должны быть. Все, защита. Никто не пройдет. Это... Вы слышите этот звук? Ой, вертолет улетел. Что-то не кажется. Ладно, продолжаем солдатик. Хочу их ставить. Пап. Пап, не снимай. Вот. Вот поранили тут некоторых. Правда, это не я, а злые. Вот они. Так, монтаж. Нету. Давай, снимай. Ого, тут у нас уже армия большая. Ладно, уже буду достраивать. Тут нет, тут этих раненых надо куда-то убрать. Вот сюда, могилу их. Стоп, это не могила. Вот она там, наверное, сломанная. Давайте проверим. Чиника идет.
доложим всех раненых.